Друзья, всем привет! В нашем регионе наступила весна, морозов больше не передают, поэтому пора убирать тирлифт, которым я пользуюсь в зимнее время, и устанавливать насосную станцию. Как он устроен, можно посмотреть по ссылке в описании, кому интересно. Перед тем, как подключить станцию к скважине, необходимо накачать в гидроаккумулятор воздух. Давление воздуха должно быть в гидроаккумуляторе насосной станции на 10% ниже давления включения насоса. Я накачиваю 1,5 атмосферы, а включение примерно при давлении 1,7. В общем, примерно так и получается. Давление в гидробаке на 10% ниже включения насоса. И вот здесь перед фильтром установим тройник с краном, ёршик на 16. Для чего, объясню чуть попозже. Станцию устанавливаем на свое законное место и подключаем подводку. Чтобы соединить станцию с скважиной, у меня собрана вот такая вот конструкция. Состоит из фильтра, обратного клапана, на конце американка к скважине, уголок, кран и опять американка, которая идет к насосной станции. Сейчас мы все это подсоединим. Подключаем сначала к скважине, а затем к насосной станции. Все это дело протягиваем газовым ключом. На ерше одеваем два силиконовых шланга, чтобы не заморачиваться с хомутами. Так. Сейчас нам нужно будет залить воду в насосную станцию. Заполнить фильтр водой до обратного клапана и крыльчатку, чтобы все было в воде. И будем закачивать воду. Заливать будем через вот этот шланг. Вот этот кран должен быть открытый. Так, теперь закрываем. Этот кран на забор у нас открыт, на забор воды. На концах разводки все краны закрыты. Здесь тоже закрыт кран. В общем, запускаем насосную станцию. Приоткрываем кран, чтобы спустить воздух.
То есть у нас получается круговорот воды. Станция начала засасывать с ведра. Этот кран закрываем. Перекрываем кран на подачу. И у нас сейчас подтягивает столб воды со скважины станции насосной. Немного приоткрываем кран, чтобы создавалось разрежение. Вот, друзья, насос уже тянет воду со скважины. Осталось только подождать, пока насосная станция наберет давление и отключится. В общем, такая система закачки воды работает, в принципе, неплохо. А у меня на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, пока!